14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств. Оно состоится в Минске. Напомню, в текущем году в СНГ председательствует Белоруссия. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обменяются мнением по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, обсудят вносимые на рассмотрение Совета глав государств СНГ, напомню, состоится, должно состояться 15 октября, проекты заявлений в связи с 30-летним юбилеем Содружества, о развитии сотрудничества в сфере миграции, об обеспечении биологической безопасности. На уровне министров будет принято совместное заявление об укреплении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В контексте непрекращающихся попыток фальсификации истории министры утвердят положение о Международной ассоциации комиссии историков и архивистов стран СНГ. Главными задачами станут объективная и беспристрастная оценка событий нашего общего прошлого, содействие расширению доступа к архивным документам, координация работы ученых. Значительное внимание планируется уделить также культурно-гуманитарному направлению. В частности, будут согласованы проекты решения об объявлении города Камрад, это Республика Молдова, культурной столицей Содружества, в 2023 году.